Вот такой вот замечательный розовый медведь. Видно, очень красиво. Ну, тут оно отсвечивает. Темным, поэтому я извиняюсь, что это розовый, ярко-розовый цвет не видно. Это я не знаю, какой у кого цвет появится. Фон красный. Червоный фон. А яким колером будет он, цветом точка, где будет, это я уже не могу сказать, вот. Ну, в целом, вот такая вот мордочка у медведика, вот такая вот красивая. Сделан он в сидячей позе, вот. Такие вот замечательные лапки у него. Вот. Хочу показать у него такие замечательные глазки. Но сильно близко, когда навожу, это мутно получается, поэтому не видно. А в целом вот его мордочку замечательную видно вот и сверху, и снизу вот так вот видно. Особенно мне хотелось в целом сказать про его пасть, у него вот такая вот красивая вот тут. Носик, ротик, вот это вот красиво вот. Даже ничего не мутное вот. Вот такие вот замечательные уши, зеленые в клеточку. У меня немножко дрожат руки, поэтому я извиняюсь. Это у меня всегда такое, когда держу телефон. Поэтому, может быть, слегка неразборчиво видно уши. Ну, это такое дело. Вот у него вот тут, вот под головой на шее одет бабочка или галстук. Ну, как оно правильно называется, кто знает, это уже не суть. Я такое не ношу, поэтому сразу говорить не буду, что это такое. Лапы у него вот такие вот. Красивые лапы, вот. Вот. Передние лапы, вот. Верхние, то есть. Потому что как я могу сказать передние лапы, если лапы по принципу все у него передние. То есть нижние, верхние лапы, они передние. Вот нижние лапы, они вот так вот красиво сделаны. Вот как уши. Вот такое вот зеленое у него в клеточку. Вот. Вот такое вот на лапах. Вот. Такой у него животик. Вот. Такой мягенький он весь. Вот. Плюшевый как. Вот где он. Но он маленького размера, поэтому... Довольно-таки комфортный. Можно его в кармане с собой носить для настроения. Ну, или еще вот как. Забыл показать его сверху. Вот. Голова смотрится сверху. Вот таким вот образом. Вот как бы замечательно и красиво сделан. На коалу похож. С этой стороны задней вот. Сбоку видно, что это все-таки медведь. Поэтому сбоку вот так вот красиво смотрится. Вот, так вот он сбоку, фирменный знак, у него наклейка была, вот такой вот он, медведик вот такой красивый, вот. Вот такая вот у него спина, вот, такая замечательная плюшевая спина, снизу он выглядит тоже вот так вот красиво, вот. Довольно-таки немутно видно, он действительно... Вот такой есть. Поэтому, когда я записываю, я вижу, что это записывается не мутно. Поэтому всем советую. Вот чтобы нажимали лайк и обязательно подписывались. Потому что я еще покажу не раз медведиков. Ну и не только медведиков. Будет еще то, что я еще не придумал. Или придумал, но еще не успел снять. Тоже интересно, поэтому заранее рассказывать ни о чем не буду. Но пока запланировано будет еще не одно видео, потому что они готовятся к выходу. Ждите видео, подписывайтесь на канал, жмите на лайк и не пропускайте следующие видео.